последнее время новая фракция набирает обороты на внутренней политической арене империи. Черная вороночка возглавляет их Лизун Сануски Первый. И всем огромный привет, мы продолжаем прохождение Стеллари с моим другом, американским другом, да? Данила, да, всем, всем Данира из Калифорникейшн. Калифорникейшн. Я тебя представляю таким, слышишь? Майк Хамбургер. Да, Майк Хамбургер из Грейт Британ. В общем, мы продолжаем Стеллари, с первой части у нас был полный бардак, во второй... Какие у тебя планы на вторую серию? Давай так, начнем с этого. Ну, я уже почти уперся в размер империи, поэтому, наверное, будем развивать именно на качество и на увеличение добычи ресурсов моей планеты. Как-то такой вот план. Я видел, что у тебя происходит там. И, кстати, вот с этого ролика мы начинаем, соответственно, показывать вид из глаз Даньки, чтобы все видели, что происходит у него. Так будет, наверное, удобнее и интереснее смотреть. Ну, естественно, чуть-чуть поменьше качества, да? Потому что вам будет всего не разглядеть. Ну, попробуем так поснимать. Вот. У меня, короче, я видел то, что у тебя сейчас происходит. У тебя все стабильно, а у меня полная жопа. У меня минус по энергии и минус по товарам массового спроса. Я думаю, что моя цель на эту серию — исправить эту ситуацию. Че, поехали? Ну, поехали. Запускай шарманку. Запускай. Итак, у нас станции. Мне жрут сооружения, районы, лидеры. В общем, знаешь, как я сделаю? Я, кстати, заметил, что по... Я уже на пятом месте по счету. Я на шестом. Как-то вышел. И был на девятом при старте. Так что... Сейчас я должен еще вырваться, потому что у меня плюс одна планета сейчас будет еще. Я уже третью планету заселяю. Из-за того, что я тупо камень, то у меня 100% там. Я тупо камень. Окей, братан. О, меня, кстати, заселили наконец-таки камни. А, колонизируют. Процесс колонизации идет, вот. Блин, у меня безработица в основном... Да вот у меня тоже проблемы с безработицей, с работой. Квадраты не расчищены. Преступность, блага уменьшаются. Короче, все. Нет, я жду окончания постройки первого биореактора. Я должен минус, по-моему, минус поправить по энергетике. Будет плюс 10. И тогда мне нужно разобраться будет с товарами массового спроса. Они идут через сооружение, да? Или через районы? Да, через сооружение. Гражданские предприятия называются. Сейчас я посмотрю, если сейчас у меня прям построится биореактор, он мне даст мне хороший буст, то в принципе... Да, он мне дает буст. Ладно, я тогда... Гражданские предприятия ставлю вместо второго биореактора. А что мне начало жрать пищу? Чего? Потому что, наверное, ты захватил, колонизировал планету не своими камнями. Как не своими? Нет, у меня еще колонизация идет. System survey complete. Когда идет колонизация, хочешь сказать, потребление не идет? Я не понял, что происходит. Минус 20. Что у меня минус? Откуда? Что это такое? Потребление. Чего потребление? Кто жрет? Кто жрет? Мне минус 20. Что происходит? Боже, ересь какая. Что я у меня? Я тут такое место нашел. Что у меня жрет? Хавчик. Вы что, издеваетесь? Опять минус 10. Блин, короче, слышь, я, наверное, тут сдохну. Сдохну, как последний нищеброд. У тебя же есть твои типочки, они могут тебе помочь. Ладно, я думаю, по энергии это чисто из-за колонизации. Допустим. Так, мы производим научный обмен, действующий договор о миграции. Блин, а может они у меня на планету заселились?
население. Да нет, 100% мои. Камнелингусы живут. Ничего не понимаю. Чё жрет камни, жрет у меня эти пищу обычную человеческую. Ни черта не понимаю. Сколько ты у меня жрешь? Подавление пиратства. Так, я в шоке, короче. Чё у нас в Федерации там делают? Я, короче, самое дно, черная вороночка просто отдыхает. Я самый бесполезный в своей же федерации, где я глава. Потрясающе. Все как я планировал. Вступление подданных. Подданные голоса. Короче, ничего. Мне все очень плохо. Причем я поставил автоматическую автоматизацию на своем мире. А зачем ты поставил автоматизацию? Ну, хотел посмотреть, как поможет она мне, не поможет. Планетарный дефицит. У меня реально дефицит на основной планете. Минус 25. Ну что это, мать твою, жрет? Я не... Биореактор содержится на хавчике, ты прикинь. Это мне что, для биореактора что, ферму создавать? О боже мой. Ты прикинь? Мне ферма нужна. О, кошмар какой, а. Ты не представляешь, у меня кроме камней все в минус, все отрицательно, все плохо. Вообще жесть. Слушай, мы, конечно, какие-то настройки лютые поставили. Я не готов к такому. Я не понимаю, что происходит. Может, просто... Тебе что-то странно. Начало. Очень странно. Во-первых, начало. У тебя начало очень трудно, я так понимаю, из-за того, что... Тебя поджали сразу же. Да, меня поцелы. Очень сильно поджали. Я не успел... Я на эти квесты внимание обращал. Меня, короче, со всех сторон поджали. Причем я хочу... торговое соглашение, короче, сделать. Допустим, если будут давать минералы, они мне пищу, так, пищу 25. Чё? Ой, не, ты чё? Пищу не готова давать, да? Ой, я могу к ним послов отправлять, прикинь, для улучшения отношений. Интересно. Ну да, да. Почему-то мои самые лучшие планеты звездной системы находятся на юге, наоборот, от тебя. А дальше? А к тебе ближе? Я кого-то нашел. А, это какие-то рабы у них, да? Слушай, ну я что-то не понимаю реально, что происходит, вот честно. Строительный корабль. Что ты тут забыл? Ты ничего не можешь, да, расформировать? Сжечь. Так, ты работаешь. Колониальный корабль. Достроил, да? Блин, а куда ж тебе бы отправить-то, а? Ладно, пойдем к... Последнее время новая фракция набирает обороты на внутренней политической арене. Империи Черная Вороночка возглавляет их Лизун Сануски Первый. А сами себя не именуют авторитария коалиция. Их члены упорно добиваются члены, ой, Лизун Сануски. Лизун Сануски Первый, понял у меня? Титул Лизун, а ник Сануски Первый. Привет, Сануски.
Их члены упорно добиваются крайней централизации политической военной власти. Короче, у меня фракции открылись. Какой-то губернатор встал, тил мины другой фракции. У меня две фракции, короче, образовалось. Да, у меня тоже фракции образовались. Процветание и технологисты. Ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, а ты мне можешь давать пищу? Ты же минус 1000, слушай. А если я тебе минералы? Как ты вообще отреагируешь? Вообще никогда? Да. Все очень плохо. Все очень плохо. Мне, короче, нужно где-то производить обычную стандартную еду. Можно, конечно, попробовать расчистить и поставить ферму. Блин, ну так я потеряю немножечко. Слушай, мы только начали по факту, да? А мне уже это кажется самой плохой каткой за всю историю игры в Stellaris. Ну на самом деле в начале всегда трудно. Да у меня какая-то жесть. Вот, товар массового спроса я поправил, но у меня, короче, минус 25 из-за биореактора, который тварь оказался жрущим хавчик стандартный. У меня его нигде не производилось. И энергопотребление, но оно сейчас поправится, потому что у меня канализация идет. Колонизация. Да. Это должно поправиться. Колонизация не есть, по-моему. Не знаю, как сейчас в этих последних патчах, но пару лет назад колонизация жрала энергию очень сильно. Ну смотри, у тебя нету в потреблениях. То есть на корабли, станции, звездные базы, сражения, районные лидеры. Кстати, да, надо было посмотреть. Колонизации, ну, во всяком случае, на энергокредиты точно не тратит. Районные лидеры. Да лидеров я всех скинул уже. Все лишнее. Блин, не хочу как. Ладно. Фрегат удалить. Минус сколько сейчас будет? Фрегат потребляет только сплавы. Нет, он две энергии потреблял. А, серьезно? Было даже больше. Либо минус 7 было, либо минус 11. Я что-то внимания не обратил, но сейчас минус 5, короче. Научный корабль тоже сволочь жрет, но я еду к тебе здороваться. Боже, я оказывается, создавал колониальный корабль и отправил его куда-то в жопу мира. Он там висел. Только сейчас обнаружил. Минус 4. Плюс еще одно. Это проблема. У меня что-то есть летучую пыль. А, это районы. Хавают летучую пыль. Как ее производить, это уже вопрос. Я пытаюсь найти проход до тебя. Тебе надо через центр почти идти. То есть, вот прям через надпись Forbidden и Bull, вот через эту звездную систему. Через нее прям надо идти. Так я тут так и иду. Тут просто завихрушечки, я не могу найти проход. Сейчас поищу. Везде стопорит меня. Блин, ну, буду играть это за лоха, который подсосался к двум крутым из Федерации, пусть они за меня решают вопрос. Я уже это опускаюсь на 8-ю строчку. Ну ты так и будешь, потому что тебе нет возможности развиваться хорошо. Оно сейчас экспоненциально будет. У меня очень херовая возможность развиваться хорошо. Там летишь сегодня, друг? Где ты? Какой ты долгий сегодня. Какой ты долгий. Влияние хреново растет, прирост единства. Ну, единственное, довольно быстро поднимается. Сколько у тебя? 257 плюс 13. 14 растет. Я вот одним кораблем в свою сторону пошел. Но у меня тут такое место есть на юге офигенное, что я могу просто.
черную дыру закрыть. Тем самым я перекрою доступ к 3, 6, к 9 звездным системам. Просто. Неплохо, неплохо. Одним. Оно как остров такой, к счастью. Тебе, короче, все хорошо, у меня все плохо, я понял. Но мне еще до этого надо добраться. И я полностью на юг, то есть противоположно от тебя. Но на юг мне по-любому надо, потому что, чтобы я там перекрыл одну планету, захватил, звездную систему точнее, и чтобы ко мне оттуда никто не прийти не мог. Всем остальным границы просто закрывать и все. Хотя здесь никого нет рядышком, поэтому я не думаю, что вообще что-то надо. А главное следить, чтобы летучая пыль у меня. Что у нас тут? Я всеми правдами пытаюсь уменьшить верфь, торговый узел. Дебаф этот чертов по энергии, меня это бесит. Я недоволен. Торговать они не хотят, короче, ничего не хотят. Опыт Федерации растет. Хоть где-то что-то хорошо. Я президент. Модификатор отношения. Стоимость строительства кораблей, содержание кораблей. Реформировать правительство. Ну это рановато, конечно, реформировать. Ну пока да. Блин, я не хочу обменивать каждый раз минералы на энергию. Это полная хрень. Почему же я не могу вспомнить, как это правильно делать? Сбалансировать-то. Столько всего нового, конечно, за несколько лет здесь добавилось. Совершенно другая игра, прям вот чувствуется. Ну, плюс, на самом деле, у нас чуть-чуть нестандартная игра, потому что мы за Литоидов начали. Ну, они более новые, интересно за них поиграть. Ну да, у них чуть механика другая. Они еду не едят, минералы хавают. Боялся от безработицы, сейчас бы так бы от потери энергии избавиться. У меня по факту, у меня сейчас биореактор не пашет, потому что ему нужен, соответственно, хавчик. А хавчика у меня нет. Он проставит как объект. Можно сейчас две фермы открыть для биореактора на запасной планете. Они же будут обмениваться ресурсами, правильно? Встреча в звездной системе. Блин, я кого-то встретил. Пиратов, что ли? Ну, короче, к тебе не пробраться мне. Пираты? Да, пираты. По пути к тебе, пираты. Да, все, он отказывается ехать. Единственный проход к тебе, и он отказывается ехать. Ну, он попробует, надо вот здесь пройти. Засранец. Господи, какой я везучий, а? Нехватка. Да я вижу, что нехватка. Давай же быстрее колонизируй. Дайте мне хоть что-то. Что-то хорошее сегодня услышать. Это даст плюс 2. Нигде вокруг нормальных точек с энергией нету. Дерьмо какое, а? 5. Так, ладно, давай попробуем в столице на верфи построить. Да блин, игра, прекрати. Так, строительный корабль мне нужен. Посмотрим. У нас, в принципе, влияние 320. Ну, наверное, здесь дохрена потребуется. Я не хватит. Так, у меня колонизировалось. Можно
нужно вот здесь поставить базу. Это плюс 2, плюс 2. Ну, блин, это невыгодно, конечно, тратить на это. Это редкие ресурсы, да? Торговая ценность. Они так быстро растут, мои соседи. По сравнению со мной лохом. Они, наверное, думают, капец, он там не растет. Капец, он дебил, это наш президент. Что за лошара у нас? О, энергокредиты от техников. Пограничный космос. Интересно. У меня просто конченые звездные системы, если честно. Вот, ничего достойного. Абсолютно ничего. Сколько ты жрешь? Строит форпост, не хватает 175, значит получается где-то примерно 450 ты стоишь, да? А ты сколько не хватает? System geology charted. Я, короче, хз, я ничего достойного не вижу, не могу из-за пиратов к тебе подлететь. Просто жесть. Ладно, давай вот это займем. Так. У тебя все стабильно? Ну, я редкий ресурс, только в минус ухожу. Приходится покупать все остальное вроде бы как. Заданий очень много, раскупки тут разные есть. Да я их... считай, скипаю. У меня раскопки ведутся. О! Опа, нафиг. В нули, но энергия. Я надеюсь, хавчик они обменивают? Или... Специализация убирается. Балансированное поселение. Мир кузня. Сколько тут всякой фигни новой. Я путаюсь, я просто теряюсь в этих всех функциях. Ты не теряйся. Да как-то тяжело. Просто... Подожди, а как там сектора? Ты их объединять сейчас? Какие сектора объединять? Ну, в сектора... Планеты сектора? Да, да, как в единый сектор. Но ты можешь... Они объединены, то, что те, которые рядом находятся. Ну, можно убирать и переставлять на другие сектора, типа... Да, да, да. Тебе надо создать новый сектор. Да, точно, да. Rocket New Tech. Так, у меня исследование космической торговли. Так, что он там дает-то? Звездные базы, торговля, понял. Пища от фермеров. Специальный научный сотрудник за 25%. Вот так вот. Получается, я не могу верфи поставить. Да, торговая компания, базовое время. Торговая цена, закажи торговый узел. Понятно, давайте строим, хорошо. Я же построил аграрный район, почему он мне приносит, он должен мне приносить плюс 12. Что-то я не вижу плюса вот здесь, как так-то? Потому что у тебя еще не все рабочие. Там. Он же должен заполниться у тебя. Тогда он будет приносить столько. Что заполнил? Ну так... Нет, у меня рабочими. Сейчас два района построено. Аграрный район на этой планете 2 из 3. Ну да, ну смотри, ну у тебя же количество доступных должностей, видишь, у тебя в статистике есть. Где? А, ну, человечек в каске такой.
своим населением. Там, где решение пересечь. Преступность. Да, но... да, вот под преступностью. Доступна должность есть сколько? 5. Вот. Даже направляй на нее. У тебя внизу написано должности, категория рабочий. Фермер 0 из 4. Видишь? Потому что у тебя 4 фермеров просто нет. У тебя населения еще не хватает, чтобы заполнить. А, тут все переделали, вот как. А, значит, я по факту, мне смысла нет куча зданий сразу строить, правильно? Да, нету, пока нет населения, нету. И со специалистами такая же. А что ты сразу-то не сказал? Ой, дура! Так что ты не спрашиваешь? Это же я сколько дерьма понастроил. Угу. О май гош. О май гош. Так, энергоузел я сделал. Ребят, кредит от них. О май гош. Давайте попробуем вытащить. Так, а у меня текущая численность населения 32. Доступны должности 10. Техник. Открыт на уровень федерации. Доступно уровень федерации. Наши новые бонусы. Федерация теперь активна. Наши новые бонусы. Первое. Количество послов плюс 1. Новые члены федерации накладывают на 50% меньше штраф к сплоченности. И вклад членов федерации во вместимость флота федерации. Кстати, знаешь, какая фишка у федерации? У нас общий боевой флот. Но вы можете его создавать, да. Короче, ты мне мог это в первой серии сказать? Я же теперь хрен разберусь, что я тут за дерьмо понаставил, сколько у меня лишних. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили? Клерки, так. Ну, это... тогда же мне не спрашивал. Клерки в городском районе, да, живут? Я каких-то, короче, дронов-шахтеров нашел, представляешь? Причем даже уже 2 раза. Смотри, если мне написано клерк 2 из 3, значит третье здание клерков, оно пустует, да? Да, блин. Сейчас, клерки. Техники. А техники работают и в энергосфере, да? И в добыче или нет? Или шахтеров добычи? Шахтера. Шахтеров добычи. Шахтер 12. Ну. А как? А их нельзя перебросить лишних? Ты можешь. Смотри, ты что можешь сделать. Если нажмешь на город, нажмешь вторую вкладку населения внизу. Ты можешь нажать, куда тебе. То есть, если ты нажмешь, например, там на фермеры, да, то все. Все рабочие попытаются заполнить фермеров, то есть это будет твой. Это будет как бы твоя, так сказать, первостепенная задача. Приоритет. Приоритет, да. Сколько здесь нового? Меня сейчас обосрут в комментариях. Что за дебил и что он тут понастроил? Я просто давно не играл. Здесь очень сильно все изменилось. Да, у меня сразу энергокредиты плюс 30 залетело. Все. Биореактор. Снести биореактор. И здесь мы ставим гражданские предприятия. Все, я вышел в плюс. Так, теперь посмотрим. Так, у меня доступно 14 техников. Так вот. Охренеть. Техники шахтеры 5. У меня прям что-то техников этих 14. Это вообще перебор. Надо вот сюда тогда. Так, специалисты научных сотрудников. Так. Теперь здесь посмотрим, что мы можем поправить. Здесь же полное дерьмище тоже получается. Техники 0, фермеры 0. Это все вообще сносим.
Гранный район мне точно тебе не нужны. Построить население мне нужно на добычу. Все, сейчас пойдет. Вера в науку. Стоимость снижения поселения, занимающих любыми видами исследований, снижение снова. Хорошо. Вера в науку — это хорошо. Строительный корабль. Так, тебе. Что добываешь? Низкий уровень стабильности у меня на планете. Игра тебе просто душит, как и меня. Чего? Я не понимаю, говорю, что. Почему? Так, а если пираты уже уехали? Или они там стоят? Да вы гоните, здесь какие-то. Типа. Innovation rollout. Как мне стабильность повысить? Ангарный отсек. Минералы плюс 20 шахтеров, огонь, поехали. Итак, я на 10 месте. Я чемпион? Кто чемпион? Я чемпион. Боже, какой стыд, а? Лидер свободен. Губернаторы. Что теперь, здесь все плохо? Да не, просто возникли проблемки и... Их надо решать. Я пытаюсь найти подлет к тебе. Пока все неудачно. Ну вот я сейчас в твою сторону пошел. Ну потихоньку в твою сторону исследую сейчас звездную систему. Вот там вот я не могу понять, где этот твой треугольник? Это где-то здесь, что ли? Не, тебе надо вообще не к треугольнику идти, потому что это там, где мы можем пройти друг к другу. Короче, вот эту белую туманность, которая в центре. Слушай, ну-ка, вот в виде человечка, видишь? Вот человечек загнувшийся. Вот смотри. В районе его паха, видишь человечка? Ну, прям вот. Вот где пах его, короче, там пират. Я пытаюсь пройти через это место. А, ну вот где у него левая нога заканчивается, вот там. Да, я. У меня исследование. Я вижу, но в районе паха пират. Ты видишь еще где-нибудь путь? По-другому я не могу пройти никак. Блин. Только там. Человечка. О, там у него мощность флота 900 с чем-то. У тебя есть флот? Да, у меня вообще нет. У меня вообще тоже нет. Как там можно сделать указ? Где там это было-то? Какая кнопочка? Редкие залежи. Вот. Перегрузка мощности. Блин, 300. Нет, 300 влияет очень много. Ну, я чуть-чуть расширился. Если посмотреть, потом буду я на 6 место сместился. Я на 10-м. Я чмокнулся. У меня все неадекватно плохо. Ну, как бы это понятно, я поправил ситуацию по поводу минусов. Ну, с такой жопы я еще не стартовал. Все как-то, все здесь иначе как-то стало. Те механики, которыми я пользовался когда-то, они теперь не работают. Может быть, это чисто из-за расы, или же хрен его поймешь, из-за чего это. Так, странная фабрика. Бригада, которую мы назначили для работы на странной фабрике на планете Беноси, исчезла. Мы могли бы отправить туда новых рабочих вместо пропавших или разрушить объект до основания, чтобы подобное больше не повторялось.
фабрика все еще удовлетворит нашим потребностям. Давайте попробуем удовлетворить потребности. Что за квест такой интересный? Все просто развиваются, захватывают, жирнеют, а я один такой худой. Ну да. Он меня за... Они меня зажали везде. Я хочу открытый проход. Слушай, а может быть, что это? А, амбор, да? Амбор. А если... Так. Предложить торговое соглашение. Передать систему амбор. Минус 1000, ему похер вообще. Ему насрать, что я у него... Что бы у него не спросил. Он сразу категорически нет. Я даже не знаю, чем себя занять. Другое. Я не знаю, куда развиваться, просто не понимаю. Ой, я смог поднять стабильность. У него исследователи просто тьма. Ну, не у него одного, а вот обоих моих этих компаньонов. Я вижу на карте по 5 кораблей исследовательских. Они летают, все изучают, он быстро-быстро захватывает. Они меня зажали, твари, и все. А мне... Ты же так... можешь... Я знаю, могу через них пролететь и захватить соседнюю вселенную. Вселенную, блин. Звездную систему. Но мне хочется, знаешь, как бы единым контуром. Я чертов перфекционист, и мне не нравится то, что сейчас происходит. Перенесешь потом в столицу. Ну, так-то да. Может, к тебе переехать и забить на эту херь все. Знаешь, сколько будет у тебя влияние стоить, чтобы здесь планету сделать? Знаю. Около 2 косарей, около 2 косарей. Не такой же, ёпты. Ну это... Какой-то кошмар. Здесь все построено, да? Все построено, все закрыто. Так, ну столицу я вроде как стабилизировал. Чё? Враждебные какие-то эти... Флотилии. Твою же мать. Так, а что мне нужно для планетарной администрации? Что происходит больше? Вообще? Чего? Они мою планету, Анжа. Подожди. Кто? Чё люди там? Пираты спёрли твой аванпост захватили? Я территорию захватил, а они, короче, взяли и отжали мою территорию полностью. Просто появились какие-то типы. Но я уже строю флотилию, типа, у меня без флотилии вообще не вариант. Стабильность 62%. Блин, а я туда потратил столько. Тебе армия нужна однозначно. По-любому. Но у меня армия вообще какая-то стрёмная мощность. Чё они такие слабые? 4 корвета, 148 мощности. Что это такое вообще? А вот население текущее, это вот это, короче, то, что требуется. Допустим, мне нет сектора... Пограничная планета. Создать новый сектор. Выбрать лидера. Ага. Блин, у меня пишет, что у меня население один. Вот. А чтобы... корабль поселения превратить в планетарную администрацию, мне нужно 10. Это ж сколько мне ждать? Это ж сколько мне ждать? Это долго, это через долго наступит. Ё-моё. Ну, либо есть еще другой вариант, что роботы технологиями откроются. Я роботов пропустил, я решил в минералы податься. Тогда за счет этого можно быстро набрать эту тему. Как все запущено? Короче, они мы строительный корабль один расхерачили. Ты там вообще в этой мошонке этого человечка опасно находиться.
Они там, да, до сих пор тусуются? Да, они, мне нельзя подлететь, потому что... Не, я туда вообще... Это даже не они. У меня... Знаешь, когда, ну, находишь их, восклицательные знаки появляются, такие, типа, обнаружены враги. У меня сейчас 7 таких вокруг. 7? И это даже не один из этих вот типов, которые вот ты увидел. У меня тут 578, 46, 123, 907 мощность, 1000 мощность, 962 мощность. Все вокруг меня. Какие-то типы. Вообще жесть какая-то. Так, у меня коммерческий сегмент, да? Construction complete. Так, строительный корабль все сделал. Пока иди нахер. Размер империи 52 из 50. У меня перевес. Представляешь? А почему минус 50 еды? А куда у меня делся? Почему у меня перестали работать? Что? Что случилось? Почему мои? Рассказывай, не томи, мне интересно, что ли там. У меня биореакторы стоят. И чё? И... А, подожди, это биореактор. Они жрут еду. Нет. Почему мои фермеры перестали работать? А, потому что они клерками стали. Как это вообще происходит? Нет, я приоритетный фермер. Ух, все, повезло. Вовремя заметил. Если ты в население зайдешь, ты же можешь приоритет расставлять. Я построил штуку, где у меня... проходили, да. Да. И я построил штуку, где у меня открыла позиции клерки. И у меня приоритет изменился на клерков, и у меня все рабочие, 12 рабочих с фермеров перешли на клерков, и у меня еда просто в ноль ушла. Ну, в минус 50, точнее. Господи, как тут все сложно стало, а? Здесь так. Без бутылки не разберешься, вот что я тебе скажу. Может, без двух даже не разберешься. Замечена комета. В системе звезды Бот недавно наблюдалось маленький небесный объект с выраженным хвостом, состоящим из газов и твердых частиц. Его прохождение обошлось без происшествий. Подтверждаю. Подтверждаю, блин. Первый, а второй комета прошла без происшествий. Так. Что это такое? Ты, наверное, увидел там Левиафана, да? Животное огромное, летающее. Да. Это левиафаны. Это... Он сильный? Да, около 50 тысяч. Да ну не. Да ну да. Ты влетел в систему, где левиафан тусуется. Это заспаунился квест из DLC. Да ты гонишь. Да, и там, по-моему, если не изменяет память, там... куча вариаций есть, решение вопроса. Подружиться с ним, там, убить его и так далее. Если меня не изменит память. Могу наврать, напишите в комментариях, если я прав. А как с ним подружиться? Там разные цепочки должны быть квестов. Он будет в своей системе тусить, он не будет никого пускать, он будет сразу атаковать. Ну, я понял, у меня минус флот, чё. Ну, давай тогда подведем итоги серии. Ты доволен своей серией? Ну, появились новые проблемы. Я поправил ситуацию. У меня все в плюс пошло. И товары, и минералы. Минералы, конечно, опустились. Не столько, сколько бы хотелось. Но, в принципе, это можно немножко поправить. Энергия мне пошла в плюс, хоть немножко, но в плюс. 6к минералов уже накопил. И товары быстро, кстати, растут хорошо. Вот. Выборы скоро. А у меня только выборы, да? Да, блин, а выборы. А там как этим пользоваться-то, я уже не помню. О, да, давай выборами. Можешь поставить на паузу. И как раз выборами закончим серию. Так давай. В общем, цель на эту серию, я считаю, выполнена. Не знаю, как у тебя. У меня была цель расшириться и увеличить. Ты расширился? Я расширился.
слишком сильно. Я нашел Левиафана. Немного. Вот. Он нашел Левиафанов, а я смог выбраться из дерьма. Хотя Даня мог мне подсказать, как это выбраться из дерьма еще в первой серии. Я бы так не страдал, не бомбил. Вот. Собственно. Ну, есть как есть. Будем потихоньку вспоминать Stellaris. Учиться новым DLC, которых тут просто тьма за это время появилась. Вот. А в следующей серии нас ждут выборы. Да? Все. Всем спасибо. Все свободны. Ставьте лайки, любите маму, целуйте Дани. И не встречайте Левиафанов. И не встречайте Левиафанов. Пока-пока. Пока-пока.